Для создания P-образных надсечек можно работать в двух вариантах. Выбираем команду «Фигурный вырез». Работаем на производном зеленом контуре среза. Устанавливаем длину и ширину будущих вырезов. И если нужно сразу несколько точек указать, включена птичка «Повтор функции». Значит, поочередно указываем нужные точки, в которых будет создан P-образный вырез нужной длины и ширины. Этот вариант работы, когда под низом находится розовый контур главный срез, и он не меняется, поверх его зеленый производный контур среза, и на нем с эмблемами создаются вырезы. Можно отключить видимость зеленого контура, видим нижний розовый, главный, или его чувствительность, птичка под ним. Можно отключить и видимость, и чувствительность зеленого производного контура, и все действия выполнять прямо на главном рабочем контуре среза. И если мы включаем видимость зеленого контура среза, абсолютно та же форма у нас будет. То есть и тот вариант работы с эмблемами или без эмблем для возможности изменять как-то эти построения абсолютно одинаковые. В конечном счете мы получаем зеленый контур среза, таким, каким мы хотим видеть лекало на раскрое.